Всем доброе утро! Это утреннее шоу «Не проспи» на радио ОНТ. И в самое ближайшее время у нас много всего интересного. Диджей на радио — профессия без сна и плохого настроения. Просыпаться рано утром, находить энергию не только для себя, но и для своих слушателей – задача не из простых. Основная и главная задача – разбудить человека с утра. Но знаете, сделать это так не жестоко, а очень нежно, как мама вас будет. То есть мало того, что дать, не проспать ему, далее позаботиться о нем, например, рассказать, какая погода его ждет, когда он выйдет на улицу, есть ли пробки на дорогах и так далее и тому подобное. Ну и, безусловно, подарить ему какую-то позитивную эмоцию, подарить ему хорошие новости, веселые какие-то комментарии. В общем, немножечко сделать его жизнь повеселее с утра. Стать диджеем не так уж и сложно. В нашей стране есть много школ и курсов. Самый главный инструмент успеха – это желание учиться. Прежде всего, конечно, мы с ними говорим, что такое диджей. Я им предлагаю дальше понять, из чего же он конкретно состоит. Это оборудование, это правила использования звуков, из чего состоит электронная музыка. Многие задают сразу первый вопрос. Я совершенно ноль, и у меня нет никакого музыкального образования. Смогу ли я? Да, сможешь. Каждому из нас дано чувство ритма. Осталось только его развить. Это конкретные навыки. Умение нажимать на кнопки – это самое простое, но, как парадокс, занимает больше всего времени. А самое важное, чему я в конце концов хотел бы научить каждого, кто приходит ко мне – это чувствовать. Не обошлись король вечеринок и без профессионального праздника. 9 марта в мире отпраздновали Международный день диджея. В этот день все деньги, полученные с вечеринок, диск-жокея отдают на благотворительность. Изначально диджеев называли диск-жокеями. Это название пошло от вот этих круглых пластинок, которыми они управляли. А позже словосочетание сократилось, и их начали называть просто диджей. Многим из нас приходилось видеть, как работает клубный диджей. Его трудно не заметить. С виду все кажется довольно легко, но за таким техническим оснащением кроется кропотливый труд и немного магии. Надо контактировать с людьми визуально, обязательно. Если этого нет, если просто стоять головой вниз, то, соответственно, как же люди будут отдыхать? Диджей задача, резидента обязательно, резидента клуба задача выстроить эти хиты так, чтобы их хватило на всю ночь, как бы чтобы продержать людей именно на танцполе. Сложно в этой работе оставаться в топе, как бы быть популярным. Дело даже, наверное, не в зарплатах, там не в поощрении каком-то финансовом, а в плане вот людей. То есть, если они тебе хлопают, они радостные, они стоят с тобой до конца, то это самая лучшая награда. Быть по ту сторону пульта не так уж и просто. Ловкость рук, идеальный слух, нескончаемый драйв и новейшая музыка – именно это дает возможность достучаться до всех и каждого. Меня всему научили, и теперь я могу считать себя полноценным диджеем. А сейчас раскачаем минскую публику. С вами был Егор Городков, Вадим Карпович, специально для программы «Наше утро».